кто ты? Кто осмеливается войти в дом теней? Что привело тебя к Вермине?» «Здесь мы поклоняемся Вермине, молимся, чтобы она даровала истинное видение. Какое у тебя дело здесь?» «Чтобы поговорить с Верминой, тебе нужно предложить лорду Дейдра черный камень душ». «Я буду здесь». «Вот мы и встретились опять, смертный, ибо мы уже встречались раньше, знаешь ты об этом или нет? Когда люди бормочут во сне, они говорят со мной. Когда они просыпаются мокрые от пота, значит, они только что покинули мой дом. Я живу в твоих снах, я наполняю твои кошмары, и теперь ты будешь служить мне. У мага Аркведа есть шар Вермины. Он был украден из снов моих последователей и перемещен в реальный мир. Отправляйся в его башню и верни мне мой шар. Но будь осторожнее, смертный. В моем шаре Аркведа увидел больше, чем ожидал».
Мой шар возвращен, а Аркрет проживет остаток дней своих в кошмаре. Это устраивает меня. Я довольна тобой, смертный, и будет правильно, если ты получишь от меня подарок. Зови меня предельщицей сетей. Нужно дернуть всего за один узелок, чтобы распутать всю сеть. В пути унылости есть две семьи – нордов и данмеров. Они живут в мире и согласии, но за внешним благополучием скрывается затаенная вражда. Убей глав этих двух семей. Сфальсифицируй улики. Они должны указывать на то, что убийство совершила другая семья. И постарайся, чтобы тебя не поймали. Прояви изобретательность, не расстрой мои планы. И смотри, не погибни, это только все испортит. У тебя пружинистый шаг, как у акробата. Добро пожаловать в путь унылости. Чем могу помочь? Много лет назад этот город был основан Ульфом Унылым. Вскоре после этого здесь появились Райна Далвилу и его семья. Хрол Ульфгар и Ниван Далвилу руководят этой общиной вот уже много лет. Это глава семьи Далвилу. Он мудрый человек и могущественный маг. Он возглавляет клан Ульфгаров. Его трудно вывести из себя, но в обращении с топором ему нет равных. Весь клан ценит его за силу и рассудительность. Прощай. Добро пожаловать. Если ты в лесу один и видишь тролля, беги. Проблема решена. Еще вопросы? До свидания. Добро пожаловать в путь унылости. Чем могу помочь? Я Хрол Ульфгар. Это глава семьи Далвилу. Он мудрый человек и могущественный маг. Прощай.
Ради хорошего разговора можно отложить все дела. Привет путешественникам! Добро пожаловать в путь унылости! Хрол Ульфгар возглавляет клан Ульфгаров. Он отважный воин и мудрый лидер. Все Далвилу уважают этого человека. Грязевые крабы. Что про них сказать? Надоедливые твари, хотя мясо у них довольно вкусное. И тебе всего наилучшего. Добро пожаловать в путь унылости. Чем могу помочь? Он возглавляет клан Ульфгаров. Его трудно вывести. Это глава семьи Далвилу. Удачного тебе дня. Салют! Добро пожаловать! Это глава семьи. Он возглавляет клан Ульфгаров. И тебе всего наилучшего. Привет! Что новенького? Говорят, в Моравии запрещено рабство. Дома Эс и Хлаалу отказались от работорговли и освободили всех своих рабов из мира. Учитывая мнение прошлого... Привет, путешественник! Он глава нашей семьи. Он владеет могущественной магией, но его настоящий дар – дипломатия. Он мудр, очень мудр. Хрол Ульфгар возглавляет клан Ульфгаров. Он отважный воин и мудрый лидер. Все Далвилу уважают этого человека. До свидания. Если ты не возражаешь, я займусь своим. Привет. Привет, путешественник. Он глава нашей семьи. Береги себя. Как поживаешь? Отлично! Спасибо! Если ты посещаешь дорожное святилище Зенитара и живешь праведником, можно... Привет, путешественник! Он глава нашей... И тебе всего наилучшего!
тобой всегда радость для меня. Где купить оружие? Там же, где и все остальное. Нужное путешествие в торговом районе имперского города. Говорят, что великие дома Моровинда в упадке. Недалекие жители их, а Ридоран осажден нордами Скайрима. Приветствую. Западный Сиродил называется... Коловией и включить.